Капец, я как будто сама с собой болтаю. Никто ничего не пишет. Привет, Катя, спасибо за лайки. Кто шарит за крипту, свяжитесь со мной. Привет, Диана. Обучите меня криптовалюте, братья. Я с города Актобе. Какая крипта? Прием лома, здравствуйте, не твое. Это почему, с чего взяли? Типа я тупая, темчик мелкий. Крипта, по идее, это если ей обучат хорошо, то это здравая тема. Чего вы? Почему не моя тема? Высшая математика. Вы хотите сказать то, что я тупая в математике? Это не так. Я ради этого математику изучать начну. Ну, Диан, самые тупые криптовалюты занимаются, которые не БНМ, и в математике ноль. И как-то занимаются этим. Так что... И таких дофига каждый второй... криптой занимается, просто не у всех это стреляет. Нужен человек, который грамотно обучит этому. Спасибо за подписки. А такого человека нету. По крайней мере, у меня в поле зрения. Че вы решили, вы сегодня идете? Нет? Лера, привет. Хозяина дома. А где еще надо быть? Списывались я про это, не списывались? Я, короче, смотрю старые фотки на фотике. Капец, такая ностальгия прям. Знаете, какой это год? 2019. Такая маленькая там. Я тоже не хочу дома сидеть сегодня. Николай, спасибо за розочки. Не знаю, что, но что-нибудь тоже буду мутить. Хочу куда-нибудь выйти. Ну, у меня iPhone 16, круто. Ну, моргунов это точно нет, потому что там... Ну, типа, мне там делать нечего. А куда выйти, я не знаю. Либо в кино пойду. Ночью, либо кататься. Что еще делать?
Николай, скиньте корону. Блин, какая ты наглая. Ну, нечем больше заняться.